Привет! Сегодня одна из тех тренировок, что не только про побегать, но еще и про попиздеть. И сегодняшнюю историю расскажет мой друг, который назначил встречу в этом греческом антураже. Слышишь? Этот звук, эти шаги, это мой друг. Кажется, он идет оттуда. Кто это? Это сумасшедший Фрэнки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Итак, дамы и господа, вот вам очередное чудовище. Человек, который запросто принимает такую дозу спиртного, после которой нормальный человек просыпается в больнице. Наблюдать за мной со стороны — огромное испытание. Я шокирую всех просто своей походкой, жестом, взглядом. Прекрасно, дорогой мой. Просто замечательное движение рук и ног, как всегда, одно сплошное заглядение, и вот он. Этот магический, заряженный неописуемой взрывоопасностью воздух кислотных 60-х, фантастические времена, понять атмосферу которых, не втянув ноздрями шершаво-терпкую фактуру героинового откровения, просто невозможно. Эпоха галлюциногенов, невероятной красоты цветов, растущих прямо из голов, танцующих на улицах полуобнаженных молодых людей, бесконечно-бесконечных опытов с расширением сознания. Незнакомые юноши и девушки, узнавая меня, протягивают мне неизвестные таблетки прямо на улице, и я на ходу, не глядя, глотаю их, не задавая никаких вопросов. Находясь за рулем, ношусь со скоростью 240 км в час, сознательно сворачивая на улицу с односторонним движением, специально перехожу площади на красный свет в самых нашпигованных машинами участках, не пропускаю никого вперед. Когда же журналисты терзают меня вопросами на тему, что это, бесстрашие или саморазрушение, вызов, поиск смерти или страсть к адреналиновой атаке на мозг, я отвечаю упрямо и лаконично: я просто испытываю границы реальности. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, чей пульс жизни становится все более лихорадочным. Грань между сценой и жизнью, между воображением и реальностью все больше стирается. Я постоянно нахожусь на пределе психического срыва. Театрализация жизни разрастается до чудовищных размеров. И в марте 69-го на концерте в Майами, приняв перед этим изрядную дозу, я уже срываю с себя, как вы видите, всю одежду и пою совершенно голый. С беспощадной откровенностью выплескивая в мир все самое сокровенное, все больные, тайные неврозы, либидо, эдиповые комплексы и мерзейшие желания. И самое главное, что больше всего пугает вечно чопорных взрослых и приводит в экстатический восторг их детей, ошеломительную одержимость смертью. И вот невероятные силы грозы уже разверзаются во время моих концертов, и я уже скачу по сцене в наркотическом угаре, словно козлоногий безумец с цветочным венком на голове, и в финале одной из своих раздетых песен истерически воплю в микрофон текст, который уже становится крылатым лозунгом всего моего поколения: «We want the world! And we want it now! Нам нужен весь мир, и нужен прямо сейчас!» Это был фантастический концерт, дорогие мои. Многие из вас, вероятно, видели эти изумительные кадры, когда меня, голова и, казалось бы, совершенно не понимающего, что происходит, бога плодородия, уводят со сцены несколько полицейских. Я же, как кажется, совершенно не понимаю, что происходит, но для меня звучит невероятной силой оркестр космический. Через меня течет сама истина, трам-тарарам. И кто эти люди в форме и фуражках? Кто они? Итак, дорогие мои, вот он. Я, как говорят все и вся, очень плохой и крайне неуправляемый мальчик,
при встрече с которым любой представитель старшего поколения предпочитает перейти на противоположную сторону улицы, невыносимо грубый, тотально ненадежный, терзаемый бесконечными противоречиями, регулярно употребляющий по меньшей мере 2 из наркотиков, временами неудержимо агрессивный, вечно пьяный и шальной, окруженный настоящим кислотным раем, разрезанным на острова химическими реками и ручейками, ваши версии, господа. Маэстро, мне срочно нужна доза! Okay, this time, can you look to me, please? Everybody. We've heard them about your political group. Yeah. We're not talking about politics. We're talking about... There's such a stigma about the word, but I really... Wake up! This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Can you pay?